Что приходится объяснять людям? Это то, что убирают автобус 108 и 111 и добавляют еще два круговых маршрута, это 3-4, которые будут ездить до трамвайного кольца, ну и получается также по кругу, по верхней Пышме. Некоторые люди уже в курсе по поводу нововведений, но те, которые еще не успели застать новости в интернете, не у всех есть выход в новости. Конечно, люди подходят, интересуются, мы сразу с ними вообще здесь состоим, чтобы информировать людей. А много людей, которые не знают про отмену маршрутов? Ну, я бы сказал, по статистике, допустим, человек 5 из 30. В большинстве случаев знаю, потому что там петиции всякие были и тому подобное. Хорошо, а приходится сталкиваться с агрессией? Ну, нет. Нет? Не было? Ну, людям не нравится, это видно. Ну, высказывают свое недовольство, да? Да, то, что прям угрызущий такой, нет. Все как бы добрые. В принципе, люди любую новость новую воспринимают остро. Но люди к нам с пониманием, по крайней мере, относятся. Конечно, высказывают недовольство. Есть проблемные моменты. Но мы пытаемся как-то урегулировать эти ситуации.